Вот тут мы хотим возвести, построить и в Тархане, который будет вмещать где-то 100-120 человек. Вот на этом пустыре. Мы хотим как-то его успеть до Рамазана закончить это все. Волонтер Сиран Керимов, один из инициаторов реконструкции старинной мечети в селе Кокташ, рассказывает о планах местных мусульман. С 2014 года шли работы по восстановлению Кокташ-Джами. И сейчас здесь 5 раз в день звучит азан. Мечеть старинная, да, как его по документам пишут, везде она идет цифра в архивах 16 века. Но мы оставили все камни, которые тут были, сделали косметический ремонт. А все, что там было, все оставили так. Мы его начали совместно со всеми нашими братьями, сестрами из Крыма, но помогли много-много из других стран. Мечеть – настоящее украшение и гордость села Кокташ. Особое внимание привлекает хорошо сохранившийся старинный михраб. Мусульмане собираются в мечети на пятничные и праздничные молитвы. Сейчас им нужна помощь в строительстве и в Тархане. Помещение для проведения коллективных разговений в месяц Рамазан. А сейчас уже начали холода, людей не соберешь на такой холод. На улице никого не посадишь, все еда остывает. Мы сделаем столики, отопление проведем туда, кухню отдельно, своя кухня будет прикреплена к этой Тархане. Мусульмане уже нашли строителей, готовых приступить к работе. Но для возведения в Тархане им нужно около 600 тысяч рублей. Местные жители обращаются за помощью ко всем неравнодушным.